СНИЛС – это уникальный номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации. Для обладателей российских паспортов, проживающих на территории ДНР, получить СНИЛС теперь можно без поездки в Ростовскую область. Нововведение, конечно, добавило проблем местной миграционной службе, но там обещают справиться с дополнительной нагрузкой. Так как у нас большой поток желающих, мы наладили взаимодействие с советским районом города Макеевки, где также обслуживаются и принимаются наши граждане. Продолжаем взаимодействие с организациями, предприятиями, ведомствами города Харциска. Также работают консультационные центры для облегчения гражданам сбора материалов, документов для подачи заявки на паспорт ДНР либо РФ. С этой недели число посетителей в отделениях миграционной службы республики, в том числе и в Харциске, без сомнения существенно увеличится, поскольку теперь для жителей ДНР, ставших обладателями паспорта Российской Федерации, и для тех, кто находится пока в процессе получения документа, можно оформить страховой номер индивидуального лицевого счета, проще говоря, СНИЛС, не покидая пределов республики. Следует отметить, что в настоящее время мы начали уже работу по выдачи предоставления такой услуги, как оформление СНИЛС и доступа к госуслугам. Поэтому процедура довольно проста, не требует от граждан сбора документов каких-то глобальных, поэтому приглашаем всех к нам. Пожалуйста, подавайте заявление, получайте СНИЛС, получайте доступ на госуслугах. Отметим, что СНИЛС требуется для получения довольно широкого спектра государственных услуг, предусмотренных для граждан Российской Федерации.